Привет всем из Алании. Мы на рынке Воба, рынок Воба по понедельникам, 4 штуки 10 евро. Вышел я с овощей и фруктов, и идем мы дальше до отеля Blue Wave Suite Hotel, тянутся снова вещи. Вещевое видео одно уже есть, два видео с фруктами сегодня, и... Так, где тут наши знакомые? И второе от видео вещевое, то есть два фруктовых будет и два с рынка одежды. Сейчас пройдемся до Blue Wave. Привет! Привет, как где, где ты? Вот это? Нормально. Как, туристы есть? Туристы есть. Мало. Мало. Человек уступает, понимает, приходите. Часто его показываю. Второй вот уже. Пола, свитерочки вот такие вот легенькие. Барба, детские вещи. Есть тебе костюм. Привет! Телефончик ерим, он рвак. А в ту сторону, в обратную, рынок тянется до практически до Кайло и Азии, там заканчивается. То есть очень он длинный. 10 евро курточки. Вот сегодня я к Алине попал только в ту сторону, где куртки. Без курточек сегодня. Раба. Я вас утолям, Леша. Пожалуйста. Я говорю. Здравствуй, Турок, как ты? Раба, нормально. Раба, хорошо? Да. Окей. Тоже детские вещи, много детских вещей в этом году по рынку. Кажется, в том году было поменьше детских именно. 4 евро 30 лир. Цены, конечно, мало где написаны, так ассортимент смотрим, ходим. Кое-где цены есть, уйдет по 3 евро. 25 турецких лир, 3 евро, большой выбор. Здесь все по 10 рублей, все по 10 евро. И детские вещи по 10 лир, 1 доллар, 1 евро, 10 лир, вот это вот все. Тут 5 евро. Поменьше людей, мне кажется, чем там. 20 лир все вещи, тоже 20 лир все вещи, футболочки. Тут по 2 евро все. Var. Çabuk. Am dur sen. Gecikme. Am dur sakın ha. Amanı bilir sen daha. Am böyle bir yapma. Нет, мне сдачи надо. 5 евро. Бошечки 5 евро всем. Что, по-доброму? Тоже есть туристы, как бы люди ходят, но там все-таки побольше туда, в сторону Тосмура. Окей, то 10. Окей. Детские вещи. По
10 euro. Sarı tekerin sarı çevici olur. Давай, Юрюк, давай. О, ты здесь, привет, мамонт наш знакомый. Сувенирчики. А, чай, йок-йок-йок, спасибо. Не, у меня вода есть. Ношу. Такие вот тапки-скороходы. Яблоки. Кошелечки. Много платья. Не, я сейчас не хочу, спасибо. Дома есть, есть, есть. Спасибо. Спасибо. Сюда чем-то угощает. Так, надо пролезть сюда. Женщина, пропусти меня. Так, из показываем опять большие. Большие-большие. Здесь есть размеры. Вот такие вот брюки. Как их правильно назвать? Может, это не брюки, короче, и юбки. Нет, это не юбки, это тоже брюки. Шорт. Все размеры. И маленькие, и большие, да? Little и big. Все, да? Маленькие, большие, самые большие. А какая у них цена? Мы цену, по-моему, не назвали. Нормально, модель, yani. Маленькие, большие. Короче, цена того, как поторгуетесь. Спасибо, спасибо. Не, не хочу я. Не-не-не-не. Спасибо, спасибо. Не-не. И шапочки такие можно купить, арафатки можно купить. В общем, все здесь можете. Сувениры на память о Турции. В пустыне можно. Это турецкая или... Турецкий. Носят такие в Турции? Турецкий, да. Носили раньше. Камиль вар. Орда. Бабам, бурда камилимиз вар. Вот такие вот. Камиль. Вот это классно, вообще красавец. Супер. Чевриосун, ондан сона бабам. Все. Чевриосун, буни гейосун, бак. Все покажет. Валлахи. О. Неран баба. Круто. Неран. Все, это у нас мамут. Мамут. Приходите, привет, передавайте. Мамут. Все, спасибо, счастливо, увидимся. Здесь получается, он стоит прямо возле Blue Wave Suite Hotel, рядышком прям. Ну и в Тосморе тоже, и всех в четверг в Тосморе. Счастливо. Приходите, привет, передавайте, когда приходите. Здесь по 9 евро, 10 долларов, 80 лир обувь и футболки по 2 доллара. 4 евро. И выходим мы к Blue Wave Suite Hotel. Едут до центральной площади Татарки. Это какой-то. Кашлючиха, блин. Blue Wave Suite Hotel, короче, здесь рынок, можно сказать, начинается. А я с вами прощаюсь на сегодня и... Идем на море сейчас. Это был рынок Воба, понедельник, Аланья.